Всем большой привет! Кто смотрит видосики, сегодня тема будет у нас гравировки клише, именно глубокой гравировки. Уже показал много раз, как я это все делаю. Вот, в данной ситуации я выделил под это дело отдельный станок, который будет заниматься именно выборкой металлов и созданием именно клише. Сейчас будет предварительный тестовый заказ, то есть человек занимается тиснением по коже. Захотел убедиться в том, что действительно может лазерный станок делать микроскопические тонкие линии, допустим, там в 0,1 мм, вот такие, как, допустим, как вот здесь вот по орнаменту идут. То есть ему было интересно, сколько все-таки действительно сможет сделать детально. Давайте посмотрим такой вариант, что здесь вообще происходило по поводу самой гравировки, как это все, как весь процесс выглядит по созданию макета. Сейчас вам более подробно расскажу и, в принципе, здесь ничего такого сверхъестественного здесь нету. Использовал я два слоя, два макета. По этим макетам, что я сделал, то есть отлично поудаляем. То есть вот он, собственно, наш макет. В заливке все очень просто. Стоит 0,02 мм. Стоит галочка обязательно crosshatch для упрощения. Так у нас здесь идут, опять же, тонкие линии, и нам здесь характерно не нужен, допустим, тот же самый StarTC, NTC. Я использовал именно двойную змейку в момент заливки, то есть такой вот вариант. Использовал обязательно маркировку контура, чтобы максимально дожигать по краям наш материал. Вот. Автовращение было по 12 градусов угла заход. Что касаемо параметров гравировки, было использовано два формата. Первый формат был у нас скорость 1500 на 60%, и второй был параметр у нас шел, это 1800 на 50%. Кстати, да, сейчас вам покажу их оба. То есть вот такие два параметра: 1500 на 60% мощности и 1800 на 50% мощности. Время одного прохода составило 3 минуты, то есть двух заливок с галочкой crosshatch. Количество проходов здесь составило приблизительно 60 проходов. Почему приблизительно? Потому что я сделал несколько тестовых проходов, потом сделал предварительно замеры, вот, и выставил, по-моему, там окончательно была цифра 50 проходов. То есть, ну, примерно 60 проходов. Вот. Давайте сделаем замер по глубине. Должно быть не меньше 2 миллиметров по планам. Сейчас найду эту цифру. Я понял, что надо мерить это дело по хорошему микрометрам. Но в нашей ситуации достаточно будет штангель циркуля. То есть здесь нет таких жестких требований в микронах. Смотрим. 2. Без камеры. 2,65, вот даже 2,6, то есть 2,5 мм глубина составила. Это, я считаю, ну, блин, более чем надо для теснения по коже, то есть, поэтому здесь, как говорится, условия все были соблюдены, все было выполнено, все было сделано. По качеству, конечно, гравировки, естественно, здесь все супер. Сейчас я для себя лично сделаю замывку с помощью моющего плюс ПМС, чтобы снять верхний нагар, слой нагара, и, в принципе, вырежу уже с общей пластины. Материал был алюминий, то есть никакого там ни магния, ни каких-то магний-алюминиевых сплавов, то есть это все просто, все дешево. То есть мы сейчас добиваемся максимально дешевого результата, чтобы получить максимально больше клиентов, чтобы действительно загрузить станок на, как говорится, на полную, на 200% его загрузить, чтобы он себя окупил за 2-3 месяца максимум. Вот. Я считаю, что результат, в принципе, приемлемый, на коже это все хорошо теснится, края нигде ничего не позгорало. Единственное, из нюансов сразу могу сказать, что увеличу. Из нюансов это, вот, сейчас чем-нибудь устегивает, ножом, допустим. Когда мне часто говорят, что нужна глубина минимум там 2 мм, потому что вот эти вот мелкие детали иначе, ну, не оттесняются. Так, я скажу тем, кто любитель глубоких гравировок, вот видите вот эти маленькие точечки, будь они даже глубиной 2 мм, ваша кожа просто физически туда не просочится вовнутрь. У вас кожа, у вас не паста зубная, понимаете, там не паста, там, не знаю, да чего, ничего. То есть вот эти вот все мелкие детальки, они не могут быть у вас глубиной там 2 мм, то есть вот такие вот штучки. Это надо тоже четко все понимать. То есть даже вот эти вот вещи, смотрите,
вот эти полосочки, то есть между ними расстояние примерно 0,7 миллиметра, вот здесь вот 0,7. И представьте, такая ситуация, что 0,7 здесь и сама полосочка глубиной 2 миллиметра, то есть она как нож будет просто разрезать вашу кожу, даже там, если вы будете там, на мокрую там теснить, там, либо на горячую, есть шанс, что она вам просто порежет кожу, как вот, допустим, вот здесь кто видит, если здесь очень тонкая линия, очень детальная линия, очень тонкая, то же самое, как она, допустим, вот здесь она идет, такая же, тонкая, детальная. И возможно, что она при такой высоте будет просто резать. Чтобы понимали, какая высота, вот я нож опускаю вниз. То есть визуально плохо видно. То есть насколько нож внутрь заходит. Вот она вам глубина. 2,6 миллиметра. Все, ребят, я думаю, было понятно, наглядно, всем было ясно, как это делается. По поводу оборудования, кому интересно, обращайтесь, не вопрос, поможем, подскажем приобретение, либо продадим. Вот. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.